Кстати, потом появляются сами, пытаются. Так, я бегу быстро. Но это уже 100% последний трай. Все, будем давайте попробуем один трай Войда поставить в миле. Так, сейчас это последний, да. Поэтому решайте сами, как хотите. Давай последний. У меня. Вдруг давай. Есть рыба, у меня рыбы нет. Рыба под едением. Все равно легче, чем аран идет. Легче? Ну, именно было, ну, траить легче, чем рана. То есть на ране бегаешь, там, знаю. Когда не везет с зимами, еще бомбишь, а тут, ну... Ну, хз. Да. Мне он с метками не везет, я бомблю. Три подряд. Иди, иди, Войд, вставай сразу, вставай в этот. Как называется? Кастер. Чего ждете? Че опять? В одну кучу встанете. Не пуляйте. Успел. Теперь здесь. Ты на метке 5. Я понял. Парка. Рвал. Я без берса, без ничего, просто был. Я через стерильно скинул, может, с этого пойду. Отлично. Добрал вас. Набрал босс. Ухожу. Прохил. Добро босс. Хил. Боже, как это сделал. Бейте без... Я уже убираю. Каску? Убрал. Я понял, Андрюх. Что там, заходить? Заходи, делись. Прохил от Русус. Да ебать, ну сука, ну тысяча. Андрюха. А что? А знаешь, почему метка демона не кидается? Потому что один стоит в комнате, там дерется. А на мне и на роге семечко. И в этот момент он метку демона кидает на миль. Да понятно. Типа долго. Если бы вы меня слушали, я бы, блядь, ну вы бы услышали то, что я говорил, что, блядь, у нас был такой момент, что, короче, у нас рог и Войд под семечкой, но Войдчик не под семечкой и бросается в миле. Такой хуйни не должно быть. Когда, блядь, дверь висит семки, соответственно, как ты сказал, на тебе и на роге, и один в комнате, соответственно, ты не цивилизован. Это конечно. Ну, короче, с этим ничего не сделаешь. Короче, Войд. Ой. Бойч. Быстрее надо убивать. Быстро убивать. Говорю, меня просто ебет сам на рандом. У меня две сферы появляются в одном фрейме, я в них забегаю, и после этого у меня нету сфер.
И он бегает и хуярит того, кого, ну, мобы не хуярят. Мобы не идут бить Элима. Он идет целенаправленно, убивает моего Элима. И пока он за ним бегает, мне надо бегать за ним, потому что он сферы раскидывает, пока бежит за ним. Да. Там клоунада вообще происходит полная. Че, еще один трай по фану сделаем? А мне вот понравилось, что сейчас падает бес на Петь у него. Ну давай. Хилить быстро. Давайте еще один трай по фану, только бойчик дамажит, а трозу стоит метки ловит. Интересно сделать. Ну конечно, зато беса быстро убили и вышли. Не знаю. А че, а как? В смысле, а если просто Влад две метки закроет через глыбу, а потом свалит? Ну да, да, как вариант. А потом глыба так, откатится, а они... Так, так и должно быть, я не знаю, что вы там придумали. Я это изначально говорил. Надо просто максимально быстро закрывать эту комнату еще. Все, погнали. Не, я стараюсь, насколько мне хватает. Больше все, все, поехали. Банда, банда Z. Пуляю. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Так, надо полезно. Макс, ты если что, в луну без когда Влад скажет. Хорошо. Прикольно, нам не семкой прилетает лепешка. Ну, вот, да. Петь, а это самое, а Влада это шоты. Смотря что ты смотришь, блядь. Ого. Заберут скоро баса. Забрал бас. Рога после каста захожу. Бунчик. Андрей, как сможешь, заберешь уже по 60. Убрал босса. Почему не выйдешь в глыбы? Я не понимаю, блядь. Потому что элементально верно, да? Че, бесов не можешь заберешь, мне? Просите Войда. Пейте на фу. Забери, я семечку вниз. Металь мешает, получается, да? Скинул, скинул. Так, давай. 5 секунд заберу босс. Может не забирать пока что. Я скинул, так. Ну ладно. Женя, надо иннер свободный, Андрей, сейчас скоро заберу. Ну, ты будешь танец, я могу. Да-да-да, сейчас заберу, все забрал. Эту я скину глыбой, потом я ухожу в мидзону. Есть... На, Андрей, тебе закину, 4. Весов много. Семечка на мне. Перзнула семка. Ну. Вон он беса, запинайте. Пьера нету. Я в миле.
Паша, выходи в луну. Прохил крест, крест прохил, 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 прохил. Зим на хп сдай, Вольт. На здание. После сопли? Захлебываемся с бесов, почему нахуй? Такое ощущение, что в начале урона прям больше, чем надо, а потом урона меньше, чем надо по бесам становится. Там кто-то меньше играет. Да я не знаю, ну типа. Нельзя ставить фурика туда. У меня просто сейчас это, ни разу в эту комнату не заглянул. Да дело не в комнате. Ты ебашишь в трэш двадцатку, бой 13. Двадцатку это когда трэш подходит через стену, и через него я нон-стопом пиздюлю этих мобов. В трэш урона вначале хватает, а потом что-то вот... Как будто кто-то перестает играть. Да... Всё, на следующий трай. На следующий КД будет проще. Всё, спасибо. Да? Ждем новость, что завтра ИВК проходку отменят. Вот прям жду. Ну да, я этот просто сделаю танка помощнее чуть-чуть. И все, я собрал.